рассказ о том, как гусляр счастье искал. Непростые приключения были у Садко на чужбине, и на дне морском у морского царя побывал, и у махараджа в далях индийских. Отовсюду он живым выбирался. Смекалка русская да мастерство гуслярское выручали молодца. Все посмотрел он в странствиях, да вернувшись домой, понял, что нету краше земли родной, да милей красавицы Любавы Буслаевны. Днем в субботу, Садко, на телеканале «Самара ГИС».